Счет по имени ведет. Боксом занимается 6 лет. Является победителем первенства год Дунайской женщины 2019 года. Тренируется под руководством Шипицына. Юноша 2004 года рождения, весовая категория 56 килограмм, Мисафудинов Ильдар, Махмутов Нафис. Thank you.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Ахун Степан Гаджидов. Юсупов Айрат Дельфин награждается за третье место. Награждение проводит рефери данного.